Россиянам, которые старше 40 лет, могут предоставить ежегодный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Такие поправки в Трудовой кодекс предложил внести Дмитрий Медведев. Сегодня такое право есть у работающих граждан раз в 3 года. Для людей предпенсионного возраста ежегодно предусмотрено 2 выходных дня. С начала мая в стране изменилось законодательство. Теперь для граждан старше 40 лет предусмотрена диспансеризация каждый год. Прежние правила остались для россиян в возрасте от 18 до 39 лет.